Позитивными новостями поделились в региональном правительстве. Зарплаты ульяновцев выросли за 2 года. Средняя оплата труда увеличилась с 34 до 47,5 тысяч рублей. Мы видим рост реальной заработной платы за январь-май 2023 года почти 107%. Растут поступления НДФЛ в прошлом году больше 115%. В этом самый большой нам вклад дает Ульяновск, где плюсом в местный бюджет пришло более 116 миллионов рублей. Выше среднеобластного показатели зарплат в Радищевском, Меликесском, Ульяновском районах. Платят больше в Ульяновской области на предприятиях пищевой промышленности, водоснабжения и водоотведения, обрабатывающего производства и агропромышленного комплекса. Буквально за январь-май текущего года средняя заработная плата у нас в сельском хозяйстве возросла на 27,9% к аналогичному периоду прошлого года и составила 37 322 рубля. В том числе буквально за май за счет высокой выработки механизаторов в весенний период ее уровень составил уже 41 600 рублей. То есть рост практически на 20%, если сравнивать май к маю 2022 года. На контроле у областных и муниципальных комиссий находится около 2000 соглашений о повышении оплаты труда. Представителям рабочих профессий платят достойно, а специалистам общепита и гостиничного бизнеса повезло меньше. Конечно же, сейчас больше всего востребованы технические специальности. Это фрезеровщики, токари, сварщики. Уровень оплаты труда здесь довольно высокий. Он выше среднеобластных значений. Это выше 45 тысяч рублей зачастую, если специалист имеет категории. Безусловно, это и работники с высшим профессиональным образованием, прежде всего категории инженера. Меньше всего на сегодняшний день мы фиксируем заработную плату в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания. Безусловно, здесь, конечно же, есть большие резервы и есть чем работать. На предприятиях оборонно-промышленного комплекса зарплата выше средней по региону. По указу президента на профильной площадке региона трудоустроено более 8 тысяч человек. Виктория Чиркова, Марат Мигдиев. Управда ТВ.